Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем вебинаре «Одна таблетка от всех проблем». Сегодня будет презентация учебника «Удачи». Давайте проверим связь, кого, как меня видно, слышно. Всем здрасте, здрасте. Проверяем связь. Самое главное – видеть, слышать, понимать. Так, здрасте, здрасте. Слышимость отличная, на миллион у Михаила, вообще супер. Так, связь нормально, да? Этот вопрос прошли. Так, друзья, по традиции давайте поделимся, кто откуда. Кто откуда, с какого города, страны, улицы, квартиры, планеты. Не стесняемся, пишем географию. Так, москвичи первые пошли. Волгоград, ну, я был там. Статуя это. Нижний Новгород был. Нина из России. Мой адрес ни дома, ни улица, да? Красноярск, соседи. Планета Земля. Ну, это рядом. Снежинск, Чили. Привет, Чили. Чебоксары, Киев, Украина, обожаю Украину. Добрый вечер, привет из Новокузнецка, Кузбасс, Москва. Новосибирска нету, да, сегодня? Земляков прям нету? Молдавия. О, землячка появилась. Сибирячка. Владимир. Ташкент. Ну все, друзья, я рад вас приветствовать. География у нас обширная. Некоторых стран только нету. Израиль и Германия вроде не было. Ну ладно. Так, значит, что у нас сегодня с вами, друзья? Значит, сегодня вы узнаете, что такое хорошо, что такое плохо, по мнению наших пяти органов чувств. К чему мы стремимся, когда загадываем квартиру на море или замуж? Как понять, какое счастье вы испытываете, настоящее или фальшивое? С кого спросить, если счастье выскальзывает из рук? Как вы нарушаете главнейший закон нашей планеты, сами того не понимая? Формула квантовой реальности, откуда вообще появляются все наши проблемы. Почему труднее всего добиться того, чего мы больше всего хотим. Как излишек эмоций меняет ваше тело и к чему в конечном итоге приводит. Как найти вашу главную задачу в жизни. Так, друзья. Значит, в конце у нас будет... В конце у нас будет техника, я дам технику, квантовую технику, технику квантового скачка. Она максимально проста, но для кого-то может и сложной показаться. Но мы же сложности не боимся, да? Так что в конце вебинара будет техника
квантового скачка. Простейшая и мощнейшая практика. Так, а сейчас о себе немного. Кто меня не знает, зовут меня Владимир Вейт. Я практик, исследователь, высшее образование, эксперт в различных методиках саморазвития, исполнения намерений, работы с подсознанием. Занимаюсь этим более 10 лет. Создатель уникальной техники обращения к подсознанию, технологии источник, которая позволяет в кратчайшие сроки улучшить свою жизнь самостоятельно, без помощи кого-то, только ваше подсознание. Победитель номинации «Открытие года 2010» – молодой предприниматель. Обучался у шаманов Перу и Алтая. Обучался ученого-практика по квантовой физике, квантовой психологии, магии. Автор двух книг. Учебник удачи по технологии «Источник», «Одна таблетка от всех проблем», о которой сегодня речь будет. И книга-курс, мощная книга «Разблокируй источник жизни». Уникальная технология, встроенная в книгу, будет обнулять вашу эмоциональную боль уже во время чтения. Книга сделана так, это курс с заданиями, сделана так, что будет вытаскивать вашу боль, подавленную с самого детства родителями, и обнулять ее, меняя ваш фон, ваше состояние, обнуляя программу самоуничтожения и выстраивая новые отношения с родителями и так далее. Мощнейшая книга. Ссылка на нее тоже будет у вас. Итак, на встрече сегодня еще раз мы поймем, что такое хорошо, что такое плохо, по мнению пяти органов чувств, к чему мы стремимся, когда загадываем квартиру на море или замуж, как понять, какое счастье вы испытываете, настоящее или фальшивое, с кого спросить, если счастье выскальзывает из рук, как вы нарушаете главный закон нашей планеты, сами того не осознавая? Формулу квантовой реальности, откуда появляются проблемы? Почему труднее всего добиться того, чего мы больше всего хотим? Как излишек эмоций меняет ваше тело и к чему в конечном итоге приводит? Так, друзья, ну что, вы готовы? Кто готов? Кто готов к полету? Пристегиваем ремень. И начнем. Валентина первая готова. Отлично. Чили готова. Я уже запоминаю, кто откуда. Готовы и летим. Ну, давайте, друзья, тогда что? Поговорим. Значит, начну с того, почему вообще я занялся темой саморазвития. Зачем мне это вообще надо было? Как я вообще попал в эту сферу? С детства я был просто очень ранимым и гиперчувствительным ребенком, и я был словно оголенный нерв. То есть меня все цепляло. Я рос без отца, особой поддержки не было, там каких-то качеств мужских особых. Страдал от чрезмерной впечатлительности, ранимости, поэтому искал постоянно волшебную таблетку, которая бы меня защищала. В 14 лет я уехал из дома на учебу и выживал самостоятельно. То есть по жизни мне никогда никто ничем не помогал, ни деньгами, ничего, не было возможностей. То есть я жил без чьей-то помощи с 14 лет. Затем были разные периоды в жизни. То есть жизнь меня провела по всем болезненным точкам, какие только можно. И кочегаром работал, и слесарем-сантехником, и штурманом-помощником капитана дальнего плавания, и был предпринимателем года, и мастером спорта по боксу, и... Был грешок у меня, что с алкоголем сильно у меня было там нормально. Пил, курил, дрался, то есть был неуравновешен, агрессивен. То есть и в один момент, то есть я почувствовал, что дно жизни уже близко, понимаете? То есть на меня ничего не свалилось вообще в жизни. То есть вот как я вам описал, это капля в море, то, что я описал.
через что мне пришлось пройти. И в какой-то момент определенный я просто задал себе вопрос и сказал, что так не должно быть, такого быть не может. Не может человек так жить, так сложно все. Этого не может быть. И меня переключило, у меня осознанность появилась, осознание. И в итоге я полностью отформатировал сам себя с самого дна, с самого нуля. Написал сам себя с чистого листа, понимаете? И понял, что человек может все сделать сам и без особых усилий, без страданий, без борьбы, без помощи других. Я осознал это, я прошел такой путь, видимо, специально так не устраивали такие испытания, чтобы я в итоге пришел к этому осознанию и поделился с людьми этим всем. То есть я понял, что важно снаружи, все, что снаружи, вообще не важно. Важно, что внутри, потому что мне никто никогда не помогал. И я просто понял, что создается все в голове и в сердце, все в состоянии в нашем. И вот в 2013 году я наконец-то добился цели и создал ту самую таблетку волшебную, которую искал всю жизнь. Так появилась технология источник, которая в буквальном смысле может сотворить чудеса в вашей жизни. Об этой технологии подробно и о моем пути развития там, как она создавалась, это можете отдельно вебинар базовый посмотреть, прям рекомендую. Как создавалась вообще технология источник. Очень интересный вебинар, рекомендую. Ссылка у вас будет, базовый вебинар. И вот, друзья, как бы пройдя вот такой путь, ну, как бы сложностей много было, много всего было, много повидал, много как бы, и все это, вот люди же говорят, да, что характер не меняется, это невозможно, то невозможно. Друзья, это все в мусорку, выкиньте все эти мысли. И характер меняется, и любая болезнь, абсолютно любая болезнь исцеляется. Нету вообще ничего невозможного, слово невозможно, его не существует, уберите из лексикона. Люди, которые меня знали до, они просто не понимают, как человек может так поменяться просто. Совершенно другой характер вообще. Совершенно. Просто обнулился. И понял, что это можно делать, причем легко. Друзья, вот моя идея была, потому что все, там, где борьба, насилие, усилия, там все дается сложно, там все, ну, сила действия всегда равна силе противодействия. Чем сильнее давите, тем сильнее сопротивление. Понимаете? Я обошел вот этот закон. Я обошел, нашел совершенно другой путь. И вот теперь у меня есть инструмент, друзья мои, который словно волшебная палочка буквально творит чудеса в жизни. Этот инструмент многим недоступен, но вот тебе, тебе, кто смотришь, тебе я хочу его дать. Потому что именно в тебе есть свет истинной, прекрасной, неповторимой сущности, мощной, бесконечными возможностями сущности, свет тебя настоящего и счастливого, того, которого ты сам, не ведая, всю жизнь ищешь. Ты ищешь сам себя, ту свою часть светлую, которая осталась там, в детстве, которую мы даже не помним. Именно ее мы ищем. Но словно сильная запыленная лампочка, твой свет вот сейчас запылен твоими мыслями в голове, твоими страданиями, твоими испытаниями в жизни, потерями, эмоциональными, физическими болями, заботами и проблемами, переживаниями, тревогами, обидами, страхами, беспокойством, напряжением, там, усилиями, борьбой, болезнями. И у многих уже нету этого света внутри, друзья. Эта лампочка как с напылением, вот это напыление настолько сильное уже у людей, что многие уже перегорают и все, у них уже нету, не будет никаких улучшений. А вот в тебе, раз ты сейчас здесь, в тебе еще есть. Есть это все, особенно те, кто слушают, выполняют советы. И мы эту пыль будем с вами убирать с лампочки. И чтобы вот этот свет твой не погас, я решил тебе дать вот эту волшебную палочку, которая будет с тобой на всю жизнь.
И теперь ты уже никогда и никуда не опоздаешь, потому что именно сейчас только все и начинается. И вот эти знания я изложил в книге. Вот подумайте, что сейчас происходит в вашей жизни, друзья мои. Что в основном, вот честно, у вас много знаний, много там всего изучали, много исцелялись, там, жизненный опыт богатый, но что поменялось, несмотря на колоссальные усилия? Череда, ну, жизнь это вот все время преследуют проблемы, да? Одну решают, другая приходит. Знакомо такое? Знакомо. Не одно, так другое. Усталость у многих от беспокойства, от тревожности за будущее. У людей нету точки опоры, не знают, что делать, куда бежать, чего ждать. Здоровье не радует никого. У кого есть здоровье? Да ни у кого его нет. Постоянные мысли вот эти в голове, да, выжатые как лимоны. Можно лежать на диване и быть выжатым как лимон просто от одних мыслей. Ничего не происходит, но мысли вот эти просто выкачивают все силы из организма. Прокручивают ситуации. Знакома вот эта бегущая строка мыслей, да? Все это такая база, единое, коллективное, такое бессознательное. Сомнения, страхи, вопросы, что я делаю не так, обвинения, когда это кончится, кто виноват, вечный поиск, вот это знакомо, да? Хочется вот стабильности, стабильного роста, да, счастья в личной жизни, рост в финансах. Ну, как бы вот все об этом мечтают, но почему-то все никак. Только маленький процент людей как-то может вылазить из этого. Хочется же легко и всегда получать вот то, что хочется, без надрывов, без утомления, без усилий вот этих безумных. Хочется наслаждаться этой жизнью, да? Жить радостно и в достатке. Но об этом же все мечтаем, да? По сути, вот все в детстве, юности мечтали о счастливой жизни, верили в нее, да, а что теперь? Детские мечты остались мечтами, да, друзья мои. Взрослые мечты отодвигаются за горизонт, и постоянно этот день сурка. Фон обычно темный у человека, с такими вкраплениями радостных событий. А нам нужно, чтобы фон был светлый. И с вкраплениями вот этих проблем, без них никак. Но разница очевидна, да, или сплошной фон проблемный, и какие-то мелкие радости, вспышки, или наоборот, фон светлый, с вкраплениями каких-то задач. Вот к чему нам нужно двигаться. И на месте счастливая жизнь у людей теперь груда вопросов, да? Почему мне вечно не хватает денег и как это изменить? Почему нету личного счастья, как построить хорошие отношения? Вечный вопрос, да? Почему мое здоровье меня подводит и как уже избавиться от болезней? Почему бизнес летит под откос? Как найти хорошую работу? Почему меня не понимают близкие? Почему все время претензии выдвигают? Почему я не могу жить так, как хочу, а не существовать, друзья, да? Узнаете, вот одно и то же же, да, в разных пропорциях у всех это есть, да? Куда я двигаюсь? Куда ты двигаешься? Каждый задайтесь вопросом. К чему я иду? К чему приду? У вас уже у многих сценарий в голове один и тот же, поэтому мы все идем по этому сценарию еще с детства вложенному. Почему мое прошлое меня не отпускает, неся боль, обиды, отчаяния? Вот это прошлые боли висят, обиды, потери, какие-то травмы психологические. Все это висит, никуда не уходит. И сколько бы чего человек не изучал методик различных, так оно ничего и не меняется. Кроме вот такой головы, в которой куча всяких знаний, а результат вот такой вот.
Ну также. То есть коэффициент полезного действия отрицательный. Сколько всего изучается за жизнь, а как только на больной мозоль что-то наступает, ситуация, разваливаются все знания. Как применить книгу, как применить тут трансфер реальности, как что-нибудь вот эти знания, медитацию, когда вот действительно боль, потеря какая-то. Да никак, потому что не в ту сторону движемся, товарищи, двигались. И вот эти и другие вопросы, друзья мои, закрывают учебник удачи. Учебник удачи, то есть это по сути учебник, который приведет вас к простой практике, который научит вас управлять вашей жизнью просто, легко и понятно. Эта книга объяснит, что вам не нужно быть особо умным, волевым, настойчивым, чтобы стать счастливым. Вот мой пример, он яркий, он такой показательный, понимаете? То есть, когда я боролся, когда я страдал, когда были неприятности, ничего, вот это замкнутый круг был. Как только я понял, что все должно быть легко, что все нужно отпускать и менять только свое состояние, отпускать этот мир, перестать его трогать, обвинять. Ты как только свое солнце внутреннее начинаешь включать, начинается меняться все вокруг. Вот в буквальном смысле. Значит, книга объяснит, что не нужно много воли, не нужно настойчивости какой-то. Но настойчивость нужна, но все в меру, понимаете, без излишних усилий, без утомления. Книга объяснит вам, что это за базовое состояние, как в него входить и как его легко удерживать, не напрягаясь. То есть основа нашей реальности – это наше внутреннее состояние. Психоэмоциональное, психофизическое состояние. Именно оно определяет, если психологи говорят, что состояние эмоциональное влияет на ваши мысли, на действия, на поступки, да, согласен, но я иду дальше. Ваше эмоциональное состояние, оно влияет на реальность в буквальном смысле, на то, какая погода будет, на то, какую оценку ребенок принесет, в каком настроении муж с работы придет, зависит от того, какое у вас состояние, друзья мои. И этот закон работы мозга я описываю в этой книге. Это база, это ядро всей вашей жизни. Если вы познаете, осознаете этот закон, вы перестанете просто тратить свою энергию и силу на комментарии, критику, на страдания. Вы поймете, что просто меняя состояние, меняется все. То есть от вас все. Это мир голограмма, это к этому все идет. Но об этом мы не будем. И как легко войти в это состояние? Вы получите технику, как легко войти в состояние, как ее даже удерживать не надо. Ваш мозг сам будет уже перестраивать вас в это состояние, в новое, плавно и постепенно. То есть внутри книги вы найдете прикладной инструмент, чтобы сразу проверить действие вот этой теории на практике. То есть теории мало в этой книге, там в основном практика и задания. И получать результат уже здесь и сейчас. В итоге весь учебник этот сводится к тому, к получению уникальной методики. То есть какая разница, да, сколько мы чего читаем? Я и так могу много чего знать. А что толку? Как это применять? Вот вопрос. Вот в быту, на ходу, на лету. Где вот эти техники, чтобы прямо вот по щелчку работали? Вот книга и ведет вас к этой технике, которую вы будете использовать в любом месте, в любое время. Книга про то, как человеку системно решить вопросы с проблемами в кратчайшие сроки. Про смысл и понимание, что вам делать для обеспечения жизни потоком изобилия в нужном объеме и с быстрым и предсказуемым результатом. И книга подана в таком виде, структурирована, просто, настолько, что понятно даже ребенку. Это такой принцип. Если вы можете объяснить пятикласснику что-то самое сложное, пятикласснику, значит, вы разбираетесь в вопросе.
Так вот, я по этому принципу и выстраиваю все, чтобы понятно было даже ребенку. Потому что все гениальное должно быть просто. Любая сложность – это попытка увести от истины. Или человек просто сам не понимает, поэтому сложными формулировками все рассказывает. Так. По сути, вот этот учебник удачи, друзья мои, он называется «Одна таблетка от всех проблем». На 7 бед, вы знаете, один ответ, да? И в этой книге вы получите тот самый ответ. Как решить 7 бед? Почему беда приходит не одна? И вот у вас будет инструмент один на 7 бед. Потому что все наши беды, потому что лечить нужно не людей, не события, не что-то. Лечить нужно психоэмоциональное состояние человека. Вот главная проблема. Проблема не в экологии, не в экономике, не в царях, не в политике, не в войнах, не в чем-то другом. Проблема в тебе, потому что ты источник всего, что ты наблюдаешь. И эта книга приведет вас к этому осознанию. Чем больше людей осознает то, что они являются источником, то, что ты лично, да, ты, который вот смотришь и слушаешь, что ты лично источник всего, что с тобой происходит. Даже если это происходит за тысячи километров, даже если это новости, и это все происходит, создаешь именно ты. Сейчас это сложно понять, но когда вы начнете читать, вы поймете, о чем речь. Плавно, постепенно вы к этому придете, к пониманию того, как все работает. И вы освоите вот эту практику. Я вот когда создавал технологию «Источник» и писал вот эту книгу, как бы, это то, что мне пришло, понимаете? То, что сложилось у меня. А потом какие-то одни видео мне человек прислал. Есть такие товарищи масоны, если вы слышали, знаете, да, которые вот управляют нашим миром. И у них хранятся все секреты по исполнению желаний, вообще по управлению реальностью. И он как бы случайно, ну как бы в кавычках, записал на видео закрытый съезд этих масонов. И там они рассказывали, как исполнять намерения. И у меня волосы стали дыбом просто один в один с тем, что у меня написано, понимаете? Хотя я не масон, но информация мне идет вот это, потому что я понимаю суть вещей, понимаете? Это просто невероятно было, что вот эти люди, которые правят миром, они знают эту технологию. А теперь эта технология, друзья, будет у вас. Технология, которую я назвал источник, она описана в этой книге «Учебник удачи» и технология исполнения желаний. Это то, чем пользуется сильный мира сего. Так что, друзья мои, теперь у вас будет то, что доступно единицам. Я даже сам не ведал того, что я создал. И я еще потом мне стало понятно, почему система, где бы я ни выкладывал вот этот источник, книгу, почему меня блокируют, гасят там, гонят где-то. А теперь стало понятно. Так, друзья мои. Ну что, понятно, пока о чем речь? Рассказ о том, что за книга, как я ее создавал, что там внутри вы найдете. Сейчас еще продолжу рассказывать об этой чудо-книге. Это, по сути, такой шедевр. Это, не побоюсь этого слова, будет настольная книга Библия. Ее нельзя прочитать. Она в буквальном смысле, там даже есть библейские, я вот эти фразы, я Библию отлично знаю. И я разложил даже библейские моменты в этой книге, чтобы вам было понятно связь. То есть в Библии, по сути, если ее правильно понимать, там описаны законы работы мозга. Просто вместо мозга слово «Бог». Если слово «Бог» заменить словом «мозг», тогда вообще становится понятно.
Значит, цель книги, друзья. Значит, какая цель я преследовал, создавая книгу, вот эти знания? Мне она очень тяжело давалась, потому что я хотел, чтобы все было просто. Представляете, перелопатить объемы информации, которые скопились за жизнь. То есть я уже рассказывал на вебинаре на базовом, сколько лет мы с группой исследовали, изучали, читали, пробовали, на приборах испытывали. И вот эти объемы знаний сложить все в структуру, в понятную, в единую технику, уложить буквально там 5 десятков страниц с картинками. Это очень сложно на самом деле. И вот цель книги была показать, что все гениально просто, что жить вот действительно возможно легко. Вот в прямом смысле легко. Без усилий, без страданий. Что есть самый короткий путь к счастью, путь без мистики, без эзотерики, без энергий всяких, а только на основе знаний, законов работы мозга и реальности. Все, ничего больше не нужно. Следующая цель – это также показать, что не нужен человеку особый интеллект, не нужна сила воли, не нужны особые какие-то усилия. Чтобы стать успешным, чтобы решить проблемы, чтобы построить отношения, увеличить достаток, улучшить здоровье. Суть одна. Мы работаем только со своим состоянием и не трогаем других. А как это сделать легко? В книге вы это узнаете. Да, многие работают с состояниями всю жизнь. Вот я, говорит, всю жизнь там все техники пытаюсь с эмоциями работать. Ну так, не тот, если тяжело идет, но надо сказать себе, стоп, что-то я делаю не так, понимаете? Можно пластмассовой этой лопаткой копать землю, пытаться там траншею вырыть и страдать всю жизнь, ой, сил нету. А можно, не знаю, лопату взять или экскаватор, или нанять людей. То есть, понимаете? Делать можно что угодно, но как делать? Важно баланс усилий. Значит, следующая цель книги была, это собрать все знания в единую картину и свести под общий знаменатель. Потому что все вот эти знания, это отдельные пазлы. Отдельные пазлы. Одна книга, одно, это другое. Третье, тут здоровье, тут отношения, тут рептилоиды, тут масоны, тут, не знаю, там плоская земля и так далее. Вот это все, вот, это все пазлы одной картины, друзья. И у меня все собрано. Цель была вообще совместить это все в одну понятную картину мира, чтобы понятно было, объемно. И чтобы это было просто. То есть преподнести сложное и запутанное так, чтобы было понятно даже вот пятикласснику, не знаю, первокласснику. Следующий момент, вот цель у меня была такая. У меня идея людей объединять, потому что когда мы все по отдельности, когда у каждого куча мнений, у каждого нет, не получится так. Потому что истина одна, вот солнце одно, понимаете? Законы природы это одно. Они едины. Тут не может быть разных, может быть отношения разные, но важно понимать именно законы. Вот на основе законов я все делаю. Законов природы. Поэтому не нужно верить никому. Нужно просто понимать законы, по которым все работает. И я в этой книге расписал эти законы. А наш организм – это производная от природы. И мы действуем по таким же законам. И мозг также работает по законам природы. И подсознание, и зрение, и органы, и руки, и ноги. И все работает у нас по законам природы. Следующая цель книги у меня была – это дать наконец-то реальный инструмент, практически применимый, вот прямо сейчас, вот сейчас, в эту секунду. Вот боль случилась в эту секунду, вот в эту секунду и применять, чтобы этот инструмент для самостоятельно, не бежать кому-то за помощью, ой, помогите там, погадайте там, луч мне пустите какой-то спасительный там, и поколдуйте надо мной. Вообще это не то. Я хочу сделать, чтобы каждый человек был автономен.
Есть только человек и твое высшее я. Вот нужно просто вот эту связь прокачать, убрать вот этот груз прошлого, и тогда вам вообще даже техники никакие не нужны будут. И вот цель у меня главная, всю вот эту теорию, воду, эту всю структурировать и привести к одной технике для самостоятельного улучшения жизни. Инструмент, который бы работал всегда и у всех, и у каждого. Без гипноза, без внушения. То есть просто вот как моргнуть глазом. Вот скажите, друзья, вот кто из вас последний раз, когда чувствовал настоящий покой в душе, вот тишину в голове, беззаботность, когда тебе хотелось просто быть и наслаждаться. Наслаждаться моментом, понимаете? Вот остановиться и почувствовать эту беззаботность, тишину. Просто вот радоваться без других людей. Неважно, есть деньги, нету. Просто неважно, что происходит, где. Вот просто моментом насладиться звуками, тишиной, пением птиц, там, без медитации, без успокоительных. Когда у кого такое было, друзья, напишите. Как давно вы вообще помните, что такое вообще возможно? Когда у вас все получалось легко, когда вы было это последний раз? И как долго это состояние держится у вас? Да, можно словить состояние вот эти, но как долго они держатся? Одно дело поймать состояние, другое дело, что оно у тебя растворится через пару минут и все. А как его вернуть? За что уцепиться? Все, пришло, ушло. И я сделал так, что зафиксировал это состояние, то есть что его можно использовать в любой момент, мгновенно, прямо здесь и сейчас. Этот учебник, вот, он полезен абсолютно каждому. Люди, которые читали, говорили, что это нужно в школе преподавать. Психологи читали там еще, они говорят, это нужно в школах преподавать, понимаете? Эта книга полезна всем, потому что здоровых людей нету на Земле. Посмотрите учебник психиатрии, список физических болезней. То есть вы убедитесь, что здоровых людей нету, поэтому книга полезна всем. Так, что у нас тут в чате? А то я увлекся. Все время куда-то бежишь, бежишь. Был момент недолго на днях. Было в 2014 году, когда было на море. Вот смотрите, друзья, если вам дать список, составить, дать такое задание, составить два списка. Один позитивных событий в жизни, которые вы помните с самого детства. Ну, то, что помните. Или не, и рядом список негативных событий, которые вы помните с самого детства и по текущий момент. Я уже давал людям такие задания. Так вот, негативных там такие простыни были. Целые мемуары этих событий, куча. А когда речь о позитивных событиях, там ну, 10 штук человек еле-еле начинает. Ну там рождение ребенка, там свадьба, еще что-то там. Такое базовое. Очень тяжело людям идет вытаскивание именно позитивных событий в жизни. Когда одна дома и в доме убрано чисто. Ну, отлично. Видите, вот такая маленькая радость. Нахождение здесь. Так, я еще не закончил, друзья. Давайте еще поговорим. Сейчас все, придем к тому, что надо. Значит, есть такое понятие миссия человека, да? Миссия. У каждого из вас есть миссия. Я свою миссию вижу в том, чтобы раскрыть людям правду. Слово «правда» – это для меня синоним слова «законы». Коны природы. Только это есть правда, все остальное ложь.
Законы природы, законы, по которым принципам существует тело, физические законы, молекулярные, атомарные, там законы физиологические, математические, геометрические, химические. Вот законы, благодаря которым все существует. И самое главное, не просто показать эти законы, а показать, как их применять. Применять здесь и сейчас. Потому что теорий и так много, все в основном теоретики, учителя, гуру. Но кто дает технику, которая вот прямо здесь и сейчас исцеляет от психологических травм, исцеляет от психосоматики, обнуляет, облегчает течение болезней или исцеляет их вообще? Важно понимать, что вот сейчас информации на планете, вот сейчас, за многие тысячи лет, вот эта информация же никуда не уходит за пределы Земли. Она в атмосфере так и находится. И вот эта информация настолько уже скопилась, что Земля уже скоро треснет. Просто одно по одному, одни и те же истины копируют, пересказывают, испорченный телефон, вот так вот. Кто-то что-то сказал, и вот это пошло. И давай одно да потому, все везде вот это переписывают, копируют, переделывают, понимаете? И смысл в том, что ничего нового на Земле нету. Все, что нам необходимо, уже есть здесь, уже было изобретено, уже было сказано, рассказано. Самое сложное – это взять вот эту кучу и преподнести человеку правильно, преподнести вот эту истину. Истина, она – это объемное восприятие вот этих всех пазлов. То есть вот хрустальный шар – это истина. Если его разбить на осколки, это уже книги, семинары, учителя, гуры, каждый осколочек, курсы, методики и так далее. Различные знания. И вот каждый берет кусочек от этого шара хрустального и, о, я узнал истину. Понимаете? У меня такое как бы объемное видение. Я вижу в целом вот это, выхожу за пределы вообще вот этого всего. Я вижу шар цельный. Поэтому сейчас, друзья, ничего нового изобретать не нужно. И я не говорю, что я изобрел. Я просто структурировал все, что уже было. Я просто, чтобы преподнести и создал из этого технологию, которую реально применять может любой человек, даже вот ребенок. Просто нужно взять эту мегатонну информации разрозненной, в которой люди тонут, и сложить из этих пазлов единую картину. Связать воедино все науки, историю, вместо массы теорий и рассуждений. И получить простую технику для улучшения жизни. Ведь все, что нам нужно, что нам нужно? Просто улучшать качество жизни. Материальный достаток, отношения, здоровье. Все, вот три пункта. И не улетать ни в какие дебри, что прилетит там, что квантовый переход скоро будет. Мы все спасемся, волшебник в голубом вертолете нас спасет или еще что-то там. Не будет этого никогда, друзья, вне вас ничего не произойдет. Если произойдет это, то с небольшим количеством людей. Потому что ни Бог, ни дьявол не могут вне человека действовать. Все мы пускаем через себя в эту планету. Вот как вы думаете, что будет, вот сейчас вам вопрос задам, что будет, если вот все знания на планете, вот эти по саморазвитию, все технологии, открытия, все смешать в одной кастрюле, вот их сложить, вот представить образно, в одной кастрюле сложить и выдавить сок, каплю, что это будет? Давайте пофантазируем. Вот если собрать вот все ваши знания, все знания, которые есть на этой планете, именно по улучшению человека, по саморазвитию, сложить в одну кучу вот это все, смешать это все, и что получится? Или сок выдавить из этого? Что за техника получится? В чем суть? Само суть будет вот эта вот солянка. К чему, или по-другому задам вопрос, чего, к чему вот эти все техники вообще? Зачем они?
Экстракт, эликсир. Нет, я реально, вот что, какая технология, суть вообще? Для чего вообще вы ищете техники? Чтобы что? Конечный результат ваших поисков какой? Вот вы читаете книгу, зачем? Ради любопытства? Но смысл какой время терять? Ведь информация должна работать, она должна приносить пользу. Она должна улучшать ваше здоровье, ваше состояние психологическое, ваши отношения, ваши деньги. Радость жизни, счастье. Жить лучше. Бурда. Так вот, если все техники вместе взятые сложить, получится всего 5 шаг, 3 шага. Ой, 5 шагов, друзья. 5 шагов для улучшения жизни. Первое – это остановка внутреннего диалога. Второе – это проработка травм прошлого. Третье – постановка целей, правильная формулировка. Четвертое – работа исцеления, очищения тела. И пятое – изучение понимания правды. И все это базируется, если все техники, вот эта капля, это наше с вами психоэмоциональное состояние. Именно суть каждой техники в том, чтобы привести человека в это состояние правильное, устойчивое. Именно под него мозг вам и нарисует другую картину, без ваших усилий. Вот что будет, если сложить все техники в этой планете. И все это сложилось в единую технику-источник, которая обоснована четко в учебнике удачи. Давайте теперь пройдемся по содержанию книги. Значит, урок первый у нас будет, что мы ищем на самом деле, конечная цель наших желаний и действий. Вы на этом уроке просто узнаете конечная цель, зачем вы вообще что-то делаете, зачем вы куда-то идете, зачем вы работаете, зачем вы едете на море, то есть зачем вы машину покупаете, квартиру там или еще какие-то штуки. То есть какая цель вообще, смысл вообще чего здесь? Все настолько просто будет описано, вы просто удивитесь. Под каждым уроком будет задание обязательно, которое будете выполнять. Урок номер два – это точка опоры или что такое счастье. В этом уроке вы узнаете, какая точка опоры у нас была в детстве, как она прописалась в подсознание. И вот на этом уроке вы узнаете, что такое счастье. Такого обоснования счастья вы не встретите нигде. Никакой философии эзотерики, никаких абстрактных, там, о, счастье, там, где-то что-то, где-то оно там, ничего подобного. И вы сразу ощутите, вы поймете, что такое счастье на самом деле, друзья. Другого объяснения просто не существует. Все настолько близко, просто и реально, без всяких там затуманенных формулировок. На третьем уроке вы узнаете, как произошла потеря точки опоры, как мы ее потеряли в детстве. На четвертом уроке вы узнаете, как мы начали искать новую точку опоры в этом мире. То есть это все процесс, там будут графики, картинки, все будет разъяснено. То есть поиск точки опоры, как происходило начало зарождения наших проблем, нашего опускания по частоте. Затем на пятом уроке вы узнаете, как работают эмоции, как мы начинаем защищаться от внешнего мира. Вот мы потеряли точку опоры, начали, нас все равно выбросили в мир, в открытый океан, и как мы, что произошло, как мы начали защищаться, почему, как действуют эмоции, какие последствия от эмоций. То есть простейший механизм, который заменит мегатонну вот этих учебников по эмоциям, психологических каких-то заумных объяснений, вот просто на пальцах, на картинках, объяснено будет так, что просто, ну вот я говорю для школьника, понятно, для вот первоклассника. На шестом уроке вы узнаете, что такое излишки, что это самая главная проблема. Узнаете, что эмоции любые полезны, что и гнев, и ярость, и злость, и ненависть, и радость, и счастье, там эмоции, и какие зависть, это все полезные эмоции. Но именно что вредно в этих эмоциях, вы узнаете в этом уроке.
Увидите общий график жизни, как устроен график стандартно у каждого человека, и вы прекрасно себя там узнаете в этом графике. Урок 8 – это уже начинается такое самое, наверное, основа управления реальностью. Что такое проблема? Вы узнаете там формулу. Вот что такое проблема, друзья? Все говорят, проблема, вот у меня проблема, там проблема. Это... Вот что такое проблема? Напишите, кто понимает по-своему, кто как понимает. Да, книга состоит из уроков. Это не книга, это учебник. Ее читать, бегло читать, на скорую руку, по диагонали, скорочтением там, бесполезно. Лучше вообще не прикасаться. Это книга, в которую нужно вникать. Тем более, что она написана просто. Урок вникли, перечитывать, вникать, одевать на себя, перепроживать это, отвечать на вопросы. Тогда это все дойдет до глубины. Мозг начнет перестраиваться, перекраивать это все. Негативная ситуация. Что значит негативная ситуация? То, что тревожит. Ну вот это правильно, Елена, да. Близко. Ситуация не важна, друзья, ни человек. Не важно вообще, что вокруг происходит. Важно, как мы на это реагируем. Вот что, вот в чем суть. От нашей реакции зависит, что будет дальше, понимаете? Почему, говорят, беда приходит не одна? Если вы среагировали негативно, то под ваш негатив мозг создал еще большую ситуацию. Если вы позитивно, то ситуация вообще рассеялась. Мозг потому что создал под позитивное отношение. Если вы над проблемой посмеялись, то мозг понимает, что ничего и нету. И он меняет картинки, которые вы начинаете видеть снаружи. И ситуация распадается. То, что не дает жить в радости. И вот вы получите вот эту формулу, это самая база, основа. Вот вся книга, вот к этой формуле. В этой формуле вообще вся суть реальности. Это я сделал формулу на основе изучения квантовости, все вот это квантовой физики и так далее, общения с учеными. То есть она настолько проста и удивительна. И это изучение вот этой формулы, понимание ее, поможет вам обнулять проблемы, вот так щелкать, поможет вам стать психологически устойчивым человеком. А работа источника 101 будет вообще, если вы поймете работу формулы, просто будет огромной мощности будет высвободиться работа, когда вы будете понимать. Так, значит, что такое проблема? Это тоже узнаете из книги. Потом, куда уходит наша сила, куда уходит энергия, все просто будет расписано. То есть в этой книге будет просто все, что вам необходимо. Замкнутый круг жизни, друзья, вы узнаете, главную иллюзию жизни, то есть как мы воспринимаем этот мир. Главная иллюзия, намекну вам, в том, что мы всегда реагируем не на события, не на человека, не на ситуацию, а на свои мысли о человеке, на свои мысли о ситуации, на свои мысли о чем-то. Об этом вы узнаете, там будут картинки, расписано три вида фильмов. Фильмы, которые мы в голове у нас, картинки, фильмы, которые в кино, и фильмы, которые мы видим вокруг. Что это все одно и то же. Это тоже вы узнаете. Замкнутый круг жизни узнаете, как устроен. Почему мы ходим, как белка в колесе, замкнутый. И все просто на основе законов работы мозга. Узнаете на следующем, на уроке, это уже 13 урок, принцип решения любой проблемы. Научитесь, также будет у вас формула, волшебная формула желаний. Получите формулу, то есть в этой книге будет все, что вам необходимо. База и ядро. Вы можете обкладываться еще миллионом книг, но вот это просто база, чтобы вас не увели в сторону. Книги нужно читать, но просто чтобы у вас была точка опоры, знаете, основа, на котором дом выстраивается. Вы поймете принцип решения проблем, вы узнаете, что такое прямые команды мозгу, как мозгу можно давать команды прямые.
Узнайте законы работы мозга и подсознания. Научитесь, получите упражнения по остановке внутреннего диалога. Получите упражнения на снятие стресса и напряжения. Получите схему решения изменения всей жизни в 5 шагов. То есть, друзья, ну вот просто вот все, что нужно. И еще несколько уроков будет там дополнительных. И главное, что вы получите пробник самой первой технологии, техники источник, когда я сделал ее давно-давно, в 2013, кажется, году, которая вот, с которой все началось. И она есть, этот пробник будет в книге. Кстати, книга обновилась, обновляется сейчас. Если у кого-то уже есть книга, потом скачайте в новом варианте. Так. Значит, 5 причин, друзья, прочитать. Результат сразу. Вы сразу будете просветляться. Вот просто у вас структурироваться будет. Вы читаете книгу, выполняете задание, жизнь начинает меняться. Все просто. Никакой мистики. Второе. Вы можете менять происходящее в вашей жизни только на основе законов работы мозга и реальности. Без мистики, без энергетики, без всяких магий. Проблемы уйдут. Третье. То есть вы научитесь получать состояние, научитесь его удерживать, точнее даже вы не вы будете удерживать, а ваш мозг, подсознание, при котором решения, проблемы сами решаются. У вас успокаивается ум, ваши желания идут к вам в руки, будто по волшебству, потому что у вас будет формула. Все лучшее в этой книге, все в одном месте, друзья. Вам не понадобятся годы жизни, чтобы собрать воедино мегатонны разрозненной информации. Вы работаете с книгой, получаете простую, понятную, структурированную информацию и технику улучшения жизни. Все. И пятая причина прочитать, ну потому что проще некуда уже. Вы увидите, что не нужен, опять же, повторяюсь, ни интеллект, ни сила воли, ни чрезмерные усилия, чтобы стать успешным. Чтобы начать влиять на эту реальность. Улучшать достаток, улучшать здоровье. Вы узнаете вот то самое ядро, с которого все начинается. Тот самый источник, который в вас. Что не нужно искать ничего вокруг вас. Все внутри. И после прочтения вы, наконец, найдете ответы на вопросы. Что такое счастье на самом деле? В чем смысл жизни? Осознайте, что все гениальное просто, вот просто и все. И совсем несложно применять и все, что вам не нравится, ой, и несложно поменять все, что вам не нравится в вашей жизни. Поймете, как обнулять свои страхи, навязчивые мысли, чувство вины, комплекс жертвы, травмы прошлого, обиды, зависть, злость, прочий негатив. Разберетесь, как достичь цели, лишь изменив свое состояние. Определите, что является истинной причиной болезней, увядания, ускоренного старения. Узнайте единую простую технику решения любой проблемы, без поиска причин борьбы, копания в последствиях. Увидите, как стать магнитом для удачи и сохранить ее в течение... Так, секунду... Как стать магнитом для удачи и сохранить эту удачу в течение долгих лет. То есть, чтобы везение присутствовало фоном в вашей жизни. А оно присутствует, когда легко вам, когда легкость испытываете, когда отпускаете. И научитесь влиять на реальность и менять происходящее в вашу пользу. И влиять будете именно своим состоянием. Раньше реальность на вас влияла. А сейчас вы будете влиять на реальность. Понимаете разницу? И что вы получите в результате? Первое – это реальный инструмент для самостоятельного улучшения жизни. Второе – волшебную формулу исполнения желаний из 10 слов. Это то, что начинает работать здесь и сейчас. Это моя авторская разработка. И когда будете с кем-то делиться, обязательно помните, что есть авторское право и обязательно ссылайтесь на меня, на Владимира Вейта. Третье. Это универсальную технику, как простить, как отпустить, как остановить шум в голове, как стать счастливым. Инструкцию для подсознания, чтобы создавать в своей реальности то, что вам нужно.
Это то, что вы получите в этой книге. Схему выхода из лабиринта ума и привлечения нужных вам благ, друзья. Ясность, осознанность, понимание происходящего, успокоение ума, радость. Ну вот к этому все придет постепенно, плавно. В этой книге все подведется. Как только вы потом включите эту технику, вы сразу все поймете. И ваш путь назначения какой? Вот именно сейчас вы находитесь в том самом нужном для вас именно сейчас месте, друзья мои. Ну что, теперь время сделать выбор, да? Вам решать, что теперь предпринять. Прокрутить страницу чуть выше, заказать книгу, разобраться со своей жизнью и сделать крутые результаты. То есть результаты, которые вот уже многие получают, уже мегатонна отзывов, уже эта книга отзывов аж трещит. Второй вариант. Вы можете закрыть эту страницу, как бы, ну, попытаться вновь пробовать сквозь силу, боль, ну, как вы всегда и делали, то есть обложиться, то есть иду туда не знаю куда, то есть собирать, всему верить или всему не верить, тратить время, а потом, как обычно бывает, возвращаться опять к технологии источники за книгой. Это уже просто, вот, кто прикоснулся, кто чуть-чуть даже зацепил, они сразу подсознание прям ведет их, ведет как блудных сыновей обратно, потому что натыкаются, намыкаются и поймут, что ну, источник – это сама суть. Третий вариант у вас, друзья, это жить просто как жили дальше, забыв о том, что вообще существуют абсолютно другие возможности, какие-то реальности, где вы можете быть счастливы, любимы, изобильны, довольны. Ну, то есть выбор всегда есть, как бы, и решить все свои проблемы вам поможет вот этот учебник. Значит, как вы думали, какая должна быть цена? Может, думали 10 тысяч, 15, 5? Нет, книга стоит всего 2500 рублей. Это та инвестиция, друзья, в вашу новую жизнь, в новую реальность, в ту структуру, которая получит ваш мозг и успокоит вас. И даст вам точку опоры. Эта книга – это ваша точка опоры, это островок в вашей жизни. Или эта книга в формате PDF в электронном виде, которая будет у вас в кабинете после оплаты. Возможно, чуть позже будет, потому что сейчас обновление книги идет. А может, уже и есть в кабинетах. Так что, друзья, это ваша инвестиция. Вам делать выбор. Потому что, ну, вы уже и так много всего поизучали, но ВОЗ и ныне там, да, как всегда, все там, где и начиналось. Вот эта книга сдвинет вас с места, сместит вас. Вы будете делать упражнения там. Вы будете применять тот пробную технологию «Источник». И вы уже будете получать результаты прямо здесь и сейчас. Вы увидите, что это работает. Данную книгу нужно читать медленно, вникая, перечитывая, погружаясь в нее. Об этом я уже говорил вам. Только практика и результат. Хватит теории, друзья, хватит усилий, хватит изучений всяких. Вот. Это учебник, как в школе, понимаете? Это не теория, которую почитал и забыл. Эту книгу вы не забудете, как и книгу «Разблокируй источник жизни». Потому что это то, что работает здесь и сейчас. Если вам нужно, чтобы у вас что-то работало, то это вот идеальный вариант для вас. Если вам нужна теория, опять какие-то обещания, что вы где-то спасетесь, что-то там помедитируете или что, это здесь вы этого не найдете. Это простые элементарные действия, но которые нужно будет делать хоть по чуть-чуть, чтобы увидеть результат. Данная книга заменит вам, друзья, и психологию, и квантовость, и магию, и эзотерику. То есть это все, и науку, и физиологию. Все, если это смешать, вот эти науки, вот она и получится книга такая. Потому что цель не быть умным, друзья, цель быть счастливым. Не надо собирать знания. Нужно просто знать, как улучшать свою жизнь. Вот и все.
Знать такие секретики просто, простые. Лежа на диване это все можно делать. Так, ну что, друзья мои, давайте мы еще почитаем отзывы. Так, Владимира, благодарю за эту книгу. Именно с нее пришло понимание о мире взаимоотношений и своего восприятия в целом. Все стало понятно. Своя оценка имеет значение со знаком 0+. Но это уже там о квантовости речь. С других ресурсов мне было непонятно, как поменять свое отношение, понимаете? А теперь я управляю своими реакциями за происходящим. Премного вам благодарна за эти знания, Владимир. Владимир, благодарю за книгу. Книгу прочитала, очень полезно, написано все ясно, понятно, доступно и оформление отлично. Начинаю заниматься по вашей методике. После этой книги обычно люди просто, ну, не могут как не заниматься уже по методике. Спасибо, Владимир. Многое поняла, вернее, подтвердила свои представления, которые пришли только с опытом. Так, молодость была из тех, кто на грабли наступает. В жизни было много интересного. Замечательно. Так, это я не понял. Добрый вечер. Я в восторге от техники «Источник 101». Это та техника, с которой вы познакомитесь в книге «Одна таблетка от всех проблем». Там будет источник самый первый. А источник 101 это уже следующий этап, это уже следующее поколение, можно сказать. С 12 лет изучаю психологию, много всяких техник пробовала, что-то сама пыталась изобрести для работы с состояниями, страхами. Иногда получалось случайным образом избавиться от какого-то страха. Но чаще всего состояния возвращались, и я понимала, что опять испытываю те же боли, что и в детстве. То есть понятно, да, человек постоянно что-то пробовал, где-то что-то создавалась иллюзия, что оно уходит, а оно возвращается. А сейчас реально чувствую, ушли тяжелые состояния, друзья. У кого из вас есть тяжелые состояния? Вот источник убирает их. Ушли тяжелые состояния, которые сильно давили, и внутри трансформация идет. Ничего лучше еще не встречала. Владимир, от всей души благодарю за чудесную технику. Надеюсь, в ближайшее время смогу взять источник радости. Поняла я теперь, почему без силы, где моя сила. Благодарю за такое важное для меня понимание. Сейчас проработала одну проблему с детства, которая до сих пор меня сводила с ума. После проработки я стала смеяться. Вот это источник, всем источникам источник. Вот это и есть, друзья, отпускание, когда вместо боли на вас нападает вселенский пофигизм или смех, когда отпускание, то есть вместо вот этого страдания, да, вы приняли вас, ваше подсознание просто само обнулило проблему. И понять, как это работает, как это удерживать, все это в книге «Учебник удачи» есть. Так, хочу выразить слова огромной благодарности за ваш чудо-источник. Жизнь изменилась, наполнилась смыслом. Негативные мысли практически не посещают. Ваш источник-радар действительно как ангел-хранитель сопровождает нас, защищая и делая уверенней. Просыпаемся и засыпаем с источником. Постепенно прорабатываю свои проблемы. Их оказалось так много в списке. До этого я даже не задумывалась о том, что они где-то со мной и портят мне жизнь и здоровье. То есть проблемы висят, но мы их не видим, да, кажется, что оно где-то было, а оно фоном фонит это все и разрушает наше состояние и здоровье. Вот об этом речь. Сложновато немного определять место, где эти проблемы локализовались, превращать в образы. У меня сложности, но я стараюсь. Хочется тоже для вас сделать что-то приятное, чтобы отблагодарить за ваш труд. Ну, в общем, вот такие отзывы много. Давайте по вопросам пройдемся, друзья. Если кому-то что-то непонятно. Какие вопросы? Владимир, а если пока нет источника 101? Вот в книге найдете
Самый первый источник, который я создал, он назывался поток. Раньше он как-то, не помню уже название. Именно с него и пошли вот эти отзывы, как вот люди начали прикасаться, там, преобразовываться. Да, в этой книге это есть. А потом вы уже решите, стоит ли вам двигаться дальше, более мощный источник получить и более и четкую инструкцию по изменению жизни, по использованию источника. А так книга, да, это база, ядро, основа. Будет ли книга не в электронном виде? Если это вопрос к Альфе, я не знаю. Я издавать книгу совершенно невыгодно в том виде, в котором она у меня есть. Там настолько много картинок, много всего, и ее себестоимость просто нереальная. Независимо, сколько там экземпляров заказывай, ну, продавать его в книжном магазине такие дорогие книги нет смысла. Люди некоторые в электронном покупают и распечатывают просто. Там отдал 100 рублей, ну, там не цветная печать, картинки видно будет. И все, читают. Там страниц 60, наверное. Я постоянно пользуюсь источниками. Это круто. У меня есть книга. Ее переиздали. Переиздали? В смысле, дополнили, да. Книга дополнилась. Так. Светлее сделаем. Книга самодостаточная, более ничего не нужно. В каком смысле более ничего не нужно? Ну, еда нужна, вода. Если в плане саморазвития, это основа и ядро. А нужно вам больше будет или нет, вы сами решите. Да, по сути, вообще ничего не нужно. Вот просто брать вот эти инструменты, которые в книге, и щелкать проблемы, обнулять их, высвечивать себя, раскрывать свой свет. Иметь ясность и устойчивость, то есть чтобы вы уже не будете так реагировать, когда вы поймете формулу управления реальностью, вы не будете так реагировать на все вокруг. Вы поймете, что мир – это просто ваша реакция, больше ничего. Вы перестанете обвинять других. А что еще нужно? Вот в этом и суть. Все компактно, здесь, внутри, лежа на диване. Как дополнилась книга? А вот секрет. Если она у вас есть, просто она у вас обновится в кабинете. И все. Какая разница между этой книгой и разблокировкой источник жизни? Разница космическая. Если одна таблетка от всех проблем, она саму суть вообще того, что, ну, я рассказывал вам. А разблокируя источник жизни, это конкретно работа с программой самоуничтожения, кого волнует эта тема, с родителями, с нашим воспитанием. Она просто вынос мозга полный, эта книга. Она не для слабонервных, разблокируя источник жизни. Поэтому, если нервишки слабые, не нужно эту книгу брать. Разблокируя источник жизни. Она создана в провокационном стиле, чтобы вытаскивать эмоции, чтобы причинять вам боль. Это нужно для того, чтобы вытащить этот заряд, и который будет прорабатываться. И после этого вы будете просто обновлены. У вас начнутся такие вот метаморфозы в жизни, когда вы коснетесь. Но через боль и слезы. Книга болезненная. Поэтому разблокируй источник жизни. Она и называется «Разблокируй». У вас источник жизни, его надо разблокировать. А чтобы разблокировать, нужно боль испытаете. Эта книга замена для источников 101. Это книга, это не замена, это учебник. Я же по главам прошелся, Расима. Как это замена? Источник это техника, а книга это книга. Просто в книге есть еще версия источника самого первого. Для тех, кто не знаком,
чтобы понятно было, к чему вообще книга. Она к созданию вот этой техники. Источник, пробная версия на 24 часа. Как понять? А, это на сайте вы видели? Это ну, пробная версия, да. Скачивайте, пробуйте. Она будет работать 24 часа. Новый подход я сделал-то. То есть вам даже источник не нужно читать. Вы просто зачитаете пароль и запустите, и будете чувствовать, как это работает. Через сутки он остановится и больше не запустится. Если хотите запустить, нужно будет оплатить его. Тогда он запустится. Но сейчас речь о книге, друзья. Одна таблетка от всех проблем. То есть, ну, там даже, ну, я не знаю, эта книга, она не то, что обновляется, это просто то, что, как бы, первое, раньше удалили кое-что из нее в Альфа-Омеге. Сейчас я хочу, чтобы оригинал вернулся. И эта книга уже много лет, она не обновляется, по сути, потому что вот она через 150 лет, через 500 лет будет такая же актуальная, потому что там ядро само описано. Ядро и суть, которая и Иисус намекал, и в различных книгах там. Важно ее читать как учебник. Вникать, рассуждать, задавать вопросы в чате также со мной. То есть смотрите, сколько всего вы получаете за 2500 рублей. Это то, что заменит просто вам ну, мегатонны различных техник. Одна техника в самом начале, которую вы прочитали, она уже заменит вам много. Она синхронизирует полушарие мозга, расслабляет мышцы, успокаивает ум, снимает стресс и депрессию, рассеивает постепенно. Массирует массаж мозга и органов делаем. Уже на первой странице упражнение базовое будет для вас. И вся книга пропитана вот этой практикой, эффектом. Переоценить невозможно ее. Это мой такой первенец, и я ее очень люблю, эту книгу. Она базовая. Я сам даже иногда перечитываю ее, потому что, ну, бывает нужно как бы восстановить хронологию. У меня много всякой информации. И она, книга, она просто структурирует. Вот если, друзья, вам кажется, что в жизни все сложно, то на самом деле сложно только потому, что мы не знаем как. Мы бьемся, боремся, а кто-то легко раз получает. А сложно, знаете, это когда мы не знаем технологию саму. Вот если узнать технологию, все становится простым. Я не знаю, я вот вам пример покажу сейчас. Вот, наверное, кубик Рубик, да? Все знают игрушку эту. Представьте, что это ваша жизнь. Вот эта сфера, там, например, здоровье, вот это там отношения, деньги, дети и так далее. И вот все люди всю жизнь пытаются сложить этот кубик Рубик в своей жизни. Ну вот, и в итоге получается примерно так. Ну, пусть так будет. Вот я разобрал чуть-чуть. То есть вот собираем, собираем сферу, допустим, здоровья, да, вот вроде здоровы, но вот тут что-то не то, тут что-то не так, стоит не на месте там. Там сферу денег собираем, вроде тут с деньгами более-менее, но вот здоровье шалит или еще это. И как вот поставить это туда, это сюда, чтобы не разрушить вот это и не разрушить это, и собрать и это. И вы знаете, что на планете нету ни одного человека, который способен собрать кубик Рубик просто так, вот взять и собрать его. Вот так же и человек. И вы можете крутить его днями, месяцами, годами, и вы никогда его не соберете, как бы вы ни пытались. И все будет сложно. Это как и в жизни. Вы вот мучаетесь, головой об стену бьетесь, вам кажется сложно. Вы пытаетесь кубик этой жизни сложить,
но ничего не получается, а все потому, что не знаете как. Но как только мы получаем технологию, все становится просто. И знаете, как просто становится? Вот смотрите, закрываю глаза. Вот примерно так это случается. Это когда мы знаем как. Вот так же и технология источники, книга, учебник удачи соберет ваш мозг. Вот в такой кубик. Когда мы знаем технологию, все сложное становится простым. Понимаете? Вот если бы вы не знали, если бы я не знал, я бы годами его крутил. Но я знаю как, и я с закрытыми глазами собрал за несколько секунд. Все. Простой алгоритм действий, да. Вот и книга, это тот же алгоритм действий. До книги у вас разобранный кубик в голове, после книги собранный. Ну вот кубик, наверное, наглядный пример был, да? Вам понравилось? Так что поймите, когда вам сложно, вы просто не знаете как. Это не значит, что это действительно сложно. Это вот как шахматы, знаете, вот играете в шахматы. Вот если вы начинающий, вам кажется, ой, там вообще что-то раз, вот затор, вот все, вот нет ухода, вот вы сидите. Но как только вы ставите, нажимаете кнопку подсказки, ну если в электронном виде, там компьютер уровень другой, он сразу показывает, вот же этот ход, раз, раз и все. То есть нету ничего сложного, друзья, вообще нигде. Просто мы не знаем как. И когда вы упираетесь в стену, чувствуете сложно, вы просто успокойтесь, отступите. Не знаю, глаза вверх поднимите. Скажите, как мне решить эту задачу самым комфортным способом? Ну, в принципе, я вам дал все необходимое, инструменты. Книга, источник. Сейчас еще курс здоровья идет у нас. Физические очищения, там обновления делаем, исцеление позвоночника. А если техника не будет получаться, может для меня это сложно будет почему-то. Она не может не получаться. Если вы можете моргнуть, если вы можете ходить, дышать, говорить, значит связь есть с подсознанием, значит все получится. Такого нету, а если не получится, если уже это не получится, вам уже в этой жизни вот ничего не получится, вот вообще. Ну потому что это просто невозможно. Эта техника надежна, проста, как кувалда. Вот просто там. Так, ну что, друзья, если кто хочет, переходим к практике. Голосуем, кто за практику, а кто хочет еще поговорить. С кубиком очень наглядно, спасибо, круто, с кубиком супер получилось. Да, я мог бы быстрее еще собрать, руки сейчас были, у меня мысли тут. Руки не работали. А так я чуть-чуть быстренько бы... Было бы еще интереснее. То есть, вот представляете, да, вот собрать кубик Рубик, вот вам дай в руки, вот сколько... Вот так же мы и в жизни крутим это, ищем, думаем, где что. Хотя нам все, что нужно, это просто мы не знаем, как решить проблему. А все, что нужно отпустить, вот просто проработать свое непринятие вот это. Или проще источник запустить и все. И вся технология. Это будет действовать постоянно или позже нужно будет оплачивать вновь? Что постоянно? Книга, это ваша книга. Купили и все, читаете. Техника внутри книги тоже постоянная. Так, девушки практику просят. Так, о, мужчины появились. Мне нравится, когда мужчина в чате.
чувствую какую-то поддержку. Не знаю, мужская волна, может. Так, Михаил, Виктор, о, ой, сколько тут всего. Владимир, знаете, я не могу вспомнить из детства ничего хорошего, только побои и оскорбления. Ну, не вспоминайте. Ваше подсознание все помнит. Никто не говорит, что вам нужно будет вспоминать что-то. Помнит ваше подсознание. Вы ищете состояние, понимаете? Так. Садимся удобно. Садимся удобненько. Стопы на полу. Это мы к практике переходим. Так, садимся на... Ой. Стопы на пол. Садимся удобно, чтобы позвоночник не напрягался, чтобы шея не напрягалась, чтобы вам было комфортно и удобно. Закрываем глаза. Закрываем глаза, сводим их на кончик носа, опускаем. Дышим ртом и животом. И сейчас начните по моей команде. Начинаем дышать глубоко и часто. И по моей команде заканчиваем. То есть дышим максимально глубоко, прямо вот так. Как будто вы вот пробежали 50 километров и не можете отдышаться. Глубоко и часто. Итак, начинаем. Поехали. Дышим глубоко и часто. Стоп, закончили. Сделали вдох-выдох облегченно. Это мы немножко сняли фон общий. Итак, сидим, никого не трогаем, смотрим на кончик носа, дышим спокойно. Теперь вспомните, что вас волнует больше всего в настоящий момент. Какой-нибудь эпизод неприятный или человек, который раздражает вас. Или какая-то информация, новость, событие. Что вас тревожит? Какой-то страх, может. Сейчас мы будем делать технику квантового скачка. Что такое квантовый скачок? Это достижение, это способ попасть из точки А в точку Б, минуя причинно-следственную цепочку. То есть просто был здесь, стал здесь. То есть хотел машину, по щелчку получил машину. Не нужно ни копить денег было, ни что-то там еще, там цели ставить. Просто вот это и есть квантовый скачок, когда ты получаешь желаемое, ну, здесь и сейчас. Дело в том, что как исполнять желание я не даю, потому что квантовый скачок работает. Есть еще другая тема, более мощная техника. Я ее только тем, кто уже, ну, сам выбираю, кому ее давать. А это универсальная, сейчас я вам дам. Так, значит, представьте эту картинку в голове. Эпизод, прям фотографию такую в голове сделайте, вытащите ее наружу. Как будто на мониторе смотрите, зафиксируйте вот этот эпизод, который вас порвал, который вас возмутил, который вас тревожит. Кто-то что-то сказал, может, где-то, может, прошлая потеря, боль какая-то не отпускает. И смотрите на эту картинку. Глаза закрыты, словно вы представляете экран такой, и на этом экране вот этот эпизод болезненный. Или вы зашли в комнату к ребенку, видите, там все разбросано, там все грязно, вас это выбесило. Вот этот, сфотайте вот этот эпизодик. Или там муж в помаде пришел, он там, не дай бог. Сфотайте этот эпизод, который вас порвал. Та информация первичная, которая вызвала у вас вспышку. Или человек, который вас раздражает. Представьте его.
Так, хорошо. Теперь ставим средний палец левой руки, ну, где-то в область, в левую половину груди. Втыкаем его. Прикасаемся пальцем просто с левой стороны груди. Глаза закрыты. Смотрим на этот кинофильм, который вы... И ваше внимание на пальцы, на этой точке соприкосновения. Почувствуйте, как палец давит на грудь, как тело давит на палец, давление в пальце, пульсация может. Ваше внимание в этой точке. То есть, внимание, картинка висит у вас, но ваше внимание в этой точке собрано. Хорошо. Старайтесь зрачками не шевелить, это облегчает движение внутреннего внимания. Теперь на другой руке средний палец ставим в другую половину груди. Точно так же. Неважно, выше, ниже, это неважно. Теперь внимание в эту точку перемещаем, не двигая зрачками. Перемещаем внимание в эту точку, во вторую. Сейчас все ваше внимание, вся ваша вселенная существует только в виде вот этого ощущения. Больше нет ничего. Вокруг пустота и тишина, и внутри то же самое. Есть только одно ощущение. Почувствуйте. Теперь вернитесь к первой точке и подвигайте вниманием с этой точки на вторую, с первой точки на вторую, туда-сюда. Почувствуйте эту, почувствуйте эту. И затем одновременно вам нужно удержать два ощущения в этих местах. Вы смотрите на вот эту фотку в голове, на вот этот эпизод, неприятное ощущение, вот это. Но ваше внимание на двух точках. Как только ваше внимание зафиксируется на двух точках, даже на несколько секунд, у вас будет облегченный выдох, и вас словно перещелкнет. Как будто вы такая кратковременная потеря сознания, знаете, или головокружение. Как только вы одновременно удержите эти две точки, вы словно встрепенетесь. У меня вот, я если делаю, у меня облегченный выдох такой, что надышаться не могу, мурашки идут, то есть волна. Вы таким образом впускаете поток, и этот поток квантовый обнуляет вот эту вашу проблему. То есть, думая о проблеме, внимание на двух точках. И у вас облегченное дыхание, или у кого какие реакции. Если человек стоит, то его может даже отбросить назад, поэтому стоя делайте у дивана там или у стены. Это очень просто, но как бы технически, но многие не могут внимание удержать на двух точках. Вы тренируетесь, пробуйте. На остановке внутреннего, кстати, в книге как раз есть упражнения, которые натренируют вас останавливать, вот так вот рассеивать внимание. Итак, все просто. Вспоминаем боль, ставим одну точку и ставим вторую. И фиксируем внимание на двух точках одновременно. И вы вдруг увидите, что у вас ситуация рассеялась. Вам буквально сейчас же могут позвонить и сказать там, ну, если ситуация какая-то, что все разрешилось, или сообщение прийти, или еще что-то таким образом. Эту технику можно применять для исцеления организма в буквальном смысле. Вот у вас болит, например, там, не знаю, печень болит. Ставите выше точку и ниже. Или слева, или справа, неважно. В общем, просто в любых местах, вот, например, болит, если здесь, да, сердце, ставите рядом с ним, или, ну, с одной стороны, с другой. Или так, так, неважно. Главное, две точки сделать. И точно так же и удерживайте внимание. Вообще идеально это до 3 минут удерживать внимание на двух точках. Да, оно будет скакать, но ваша задача все равно фиксировать вот эти моментики
когда будет на двух точках внимания, и вас сразу как бы колыхнет, или почувствуете вибрацию, какой-то толчок пойдет. Пошло исцеление. Если орган исцелять, ну минутки три нужно держать. То есть тренируйтесь. Начинайте с небольшого, там секунд хотя бы 20, потом 30, минуту. И таким образом вы будете щелкать ваши проблемы. Кстати, если в этом состоянии двух точек вы еще источник запустите, то это вообще будет... Это вообще космос. Это такая мощь будет. Пробуйте, друзья. Я подожду. Если у кого получилось, не получилось, возвращайтесь в чат. Главное, запомните принцип. Это все просто. Лежите дома перед сном. Вспомнили что-то негативное. Поставили две точки. И щелкнули эту проблему. То есть она схлопывается. Вас переключает на другую частоту просто. И вы глаза открываете, вы опять смотрите на эту проблему. Она может быть, но она вас уже не тревожит. А это признак того, что она распалась, и она не собирается. А может вообще забыть. Вы даже можете забыть, что, о чем вы сейчас думали, что вы сейчас прорабатывали, какую ситуацию обнуляли. Запомните, друзья, это мощная техника. Квантовый скачок. Все просто. Задача рассеять внимание на две точки. Воображать не нужно ничего. Это ощущение, Валентина. Это разные вещи. Воображение – это фантастика. Ощущение – это реальность. Иголкой уколитесь, ущипните себя. С одной стороны, можете ущипнуть себя с одной стороны и ущипнуть с другой. Тут воображение не нужно. Вы не путайте этого. Да, при исцелении с любой стороны ставьте. Сверху, снизу. Один сверху, другой снизу. Ну вот. А, у вас за глаза закрыты были, я показывал. Ну вот, допустим, тут болит, да? Ну, ставите одну точку снизу, другую сверху. Или тут, тут. Ну, где хотите, как вокруг, вот, в любом месте. Ну, то есть, чтобы это как от плюса к минусу, знаете, как, чтобы замкнулась цепь. Чтобы через орган прошла как бы энергия. Есть еще вариант, допустим, если болит, допустим, ушиб, например, вот этого плеча, можно или вокруг поставить, ну, сверху снизу две точки, или одну точку ставите на болезненное место, а вторую точку на место, ну, любое, где у вас здоровое, приятное, ну, комфортное место. То есть здоровое место и больное место. То же самое, то есть два варианта. Воображение про картинки не получит только мысли. Ну, неважно, мысли так мысли. Главное, что есть проблема, и вы ее можете решить таким образом. Можете думать о ней. Можете ощущения в теле найти, как вот источником. Ничего не щелкает, да и мне не хотелось. И да и мне то. Хотелось бы получить ту самую машину, а не перестать ее хотеть. Не понял. Если не щелкает, значит неправильно. Тренируйтесь. Это квантовая техника. Если научитесь, будете щелкать проблемы, исполнять намерения только так. Обжорство. Где ставить точки? Ставьте точку на еде, если обжорство. Кусок колбасы положите и две точки на них сделайте. А если голова болит? Можете вот так рядом, ну, с головой, как я и говорил. Тут два варианта. Или одну точку сюда-сюда, или одну на голову, вторую на обычное место какое-нибудь. Ваша задача научиться удерживать внимание на двух ощущениях. Как только удержали, останавливаемся и забываем про все на свете. У вас только два вот этих ощущения. Больше ничего нет. Если у кого не получается или сложно, забудьте про эту технику. Источник используйте. Про колбасу вышка, да.
Если колено болит, куда ставить руки? Ну, выше, ниже колена, слева, справа, как хотите. Пробуйте по-разному. Я ж показывал. Так, благодарю за интересную, полезную практику. Вот я и говорю, вдруг не получится делать и что? Вдруг не получится две точки делать? Ну, не делайте. Источниками пользуйтесь. Учебник удачи читайте и применяйте. Там такого ничего нету. Ну, друзья, на самом деле это настолько просто. Ощущение на двух точках. Тренируйтесь. Это стоит того, чтобы просто обнулять любые помехи в целях. Вы просто будете получать желаемое по щелчку пальцев. Голова у всех кружится от дыхания. У кого у всех? С желанием также, да, желание свое говорите и две точки делаете. Но формула желания должна быть правильной, не забываем. Кто не понимает, как технологию исполнения намерений приобретаем и начинаем исполнять желание. Ну, недавно женщина в Америке продала офис в центре Нью-Йорка, там очень долго не могла продать, только применила. Понимаете, это большие деньги, это не так просто все это. Не знаю, сколько она, года два не могла, столько она применила вот этот источник исполнения намерений, все. Тут же ее нашел клиент, позвонил, все, все сделал, деньги на счету, все. Тамара, а вдруг получится? Вот это правильный подход, Надежда. Поздравляю. А вдруг не получится, а вдруг получится? Что будете делать, если получится, да? Мне помогло, раздражение от события ушло. Перепроверьте еще раз события. Пробуйте, пробуйте. Поначалу ручеечек может быть какой, потому что ну, внимание будет бегать. Вам это состояние словить, когда на двух точках, то есть кроме этих двух точек вы вообще выпадаете из реальности, то есть ничего не видите, не слышите, только две. Потом включаетесь вдруг, ой, где я был, что это было, знаете, такое состояние. Конечно, Валентина, нужно потренироваться. Как сформулировать на продажу чего-либо? Вот в источнике, ой, одна таблетка от всех проблем, помните, я говорил, там есть формула исполнения намерений. А от этой формулы она уже работает, но можно ее усилить, и от нее уже идет технология исполнения намерений. Это отдельно. Колотит, не переставая. Слезы пришлось остановить. Тяжело. Ого, пошло как у вас. Пробило. Пробуйте. Наверное, замкнули цепь. Поток пошел. Это исцеление какое-то. Тяжело, ничего, продышитесь, попейте воды, не надо там. Все нормально, это поток Эрмизона на технологии удачи, я рассказывал, что это такое. Лидия, то же самое, хочу, чтобы муж выздоровел, бросил пить. Хорошее желание. Осталось, чтобы муж еще захотел. Муж пьет, ну я не буду говорить, это связано с отношениями. Это минус жене всегда, запомните. Не в обиду. А на этих двух точках не получится на продажу? Пробуйте. Я откуда знаю? Это квантовый скачок. Это может случиться что угодно, ну в вашу пользу. Что вам мешает пробовать? Вы вопросы задаете, ну, пробуйте. Что угодно, возможно все. Помните, я вначале говорил, все возможно в этой жизни. Особенно с квантовыми техниками и с технологией источника. Ну все, друзья мои. Не буду вас больше задерживать. Благодарю за то, что были сегодня со мной. За то, что активно общались. Мне тоже нравится общаться. Запоминаем практики, что я даю. И присоединяемся к нашему учебнику удачи для полного вашего боекомплекта. В итоге все, что вам нужно будет, вот эта книга и технология источник. Это основа ваших
вашей новой жизни, можно сказать. Это основание. Чтобы вы научили, получили фильтр, наконец-то. Фильтр от всего. Книга наполнена практикой, техникой, техниками, знаниями, которые будут с вами навсегда. Благодарю, дорогие мои. Посылаю вам мир и любовь в ваши дома, в ваши сердца. Утепляйтесь. Перестаньте смотреть новости. Перестаньте смотреть вот это все, питать свои эгрегоры вот этих новостей негативных. Наслаждайтесь бытием. Запускайте источник. Чаще используйте его. Обнуляйте вот этот негатив. Он будет вас чистить сам. Наслаждайтесь, и будет вам счастье. Благодарю вас. До скорых встреч. Пока.